Такого количества волонтеров мы еще не видели. Так работники Пинского лесхоза оценили участие пинчан в республиканской акции «Чистый лес». В этом году она проходила 9 октября и была приурочена к Году народного единства. В акции приняло участие более 500 человек, из них 110 школьников. Здесь участвовали колледж машиностроения, машиностроителей, колледж Клещева и Полесский государственный университет. Также под руководством БРСМ нашего города были задействованы школы 9, 10, 11, а также приняли участие в акции работники силовых ведомств. Среди участников ежегодной акции были и работники налоговых органов, теплосетей, горрайгаза и многие другие. Сообща, они наводили порядок в лесопарковой зоне, благоустраивали и другие объекты. Так, волонтеры, взяв на вооружение мусорные пакеты, убрали 31 метр кубический бытового мусора. Его собирали в лесной зоне и на придорожных полосах. Почти 5 метров кубических убрали буреломной древесины. Кроме того, волонтеры совместно с работниками лесхоза высадили 8 тысяч молодых саженцев. Будущий лес появится на площади 9 гектаров.